короче, вот эта машина, у нее уже пробита шина. Там будет не видно. А я снимаю. Там вот, короче, стекло пробито. Даже два стекла пробиты. Чё, Зай, не сдаемся? Вот там вот где-то менты сидят. Они испугались выстрелов. Мы закрыты на ключ. Сюдев я тебя видел вчера. Сюдев я тебя видел. Там собачка бегает. Можете собаку попасть? Ребята, она туда-сюда бегает, короче. Тихо, блин. Так. Давай сейчас встань. Я еще раз покажу наш снаряд. Че, будешь стрелять сейчас? Такие патроны тут. Вискарек. Ну, это сишки, венцо. Ружье. А, так. Вот этого испугались менты. А! Да подожди меня! Че ты стреляешь без меня? Стреляй еще раз. Я хочу его кошку соседей. О, давай, короче, еще раз ментовскую машину. Капец. Такой запах свинца стоит. Это порох. Порох. Я не знаю, я никого не вижу там. Твоя мама пишет, не стреляй ни во что, мне рассчитаться не будет там. Включи, чё включить? Чё включить? Чё в перископе пишет? В перископе ничего пока. Блин, а где они спрятались? Я не понимаю, кто-то лайкает. Они спрятались, знаешь, где? Я не поняла, где менты-то спрятались? Они... Ой! Вон там деревья. Не дальше. Вон там вот. Капец, они сыкуны. Просто испугаться 15-летних детей. Я просто понимаю, что мы, конечно, с оружием, но... Какая нафиг разница? Целых три. Такие патроны, блин, вообще нафиг. У нас еще, да, там есть. Ну, сафари, блядь, они пиздец какие жесткие. Так. Уже стрелять не уж. Лучше бы в людей стрелять. Сдавайтесь. Русские не сдаются. Но... Ты просто понимаешь, насколько опасность играет? Господи, как можно бояться детей? Вискарёк попивает тут. Да. Нет, у тебя не посадили. Ой, я знаю, что я хочу. Чё-то... Вот так вот на камеру стрелять. Блин, это будет как-то... Помню, зарядила ли я? Попытайся. Так. А! Да, он сам заряжается. Дальше. Он сам заряжается? Такой выстрел был смачный. Почему от пистолета больше обухали? Да, от пистолета так, такое оглушение. А? Пулик осталось, по-моему, хуй да нихуя. Три, что ли? Две даже. А одна заряжена. Подожди, да, точно заряжена? Она заряжена. Заряжена. Просто снимай пока. Такой, знаешь, когда немножко боишься детей. Я не понимаю, чего нас боятся? Пуля! Да сейчас я магазин заведу. Люди, а чего вас так мало? Задавайте вопросы какие-нибудь. Задайте вопрос по поводу чего тут перестрелка. Ой, по поводу чего? Ну давай, Сада. Не, я оставлю. Подожди. Я себя так успокаивала. А же один там, да? Нет, одного нету, я его... Ну, один тут.
Он же 8 людей, давайте больше. Поддержи, пожалуйста. Это мало. Поверь, сейчас Москва присоединится. Только 6. К нам выехал Соболь, я так понимаю, да? Если так, то можешь и в них следить. Бах, да. 9, мало. Будем стрелять нафиг. Так, 2 собачки и минус. Ой. Вроде страшно должно быть, туда как-то насрано. Чё ты, блин, он не фокусирует, меня это раздражает. Дай я в окно стрельну. В окно? Нет, не машина, а в дом. В дом? Да. В какой дом? Вон, кто соседний, спереди. Чё он не фокусирует, я не понимаю. Не надо побежать. Как идти? 8, 7. Ой, бануться. Окно. Ебать. Ты соседям окно выстрелил. Твоя мама просит убрать фотки с инсты, больной. Нет. Нет? Нет. Чё, плечо отдача была. Пиздец, я опять запарился. Ну как так? Блондинчик такой, я же забыла даже. Когда перекрасились такие. Я тебе укажу. Красиво надо. Так. Пошли дом потопим, действительно. Скоро приедет Соболь, наверное. Нас заломают, нас убьют. Пошли дом топить. Ты чайник поставил? Так да. Курс ходит. Чайник поставил. Ладно, я пока ружье возьму. Где ножик? Ножик. Слушай, от ножика вообще бесполезно. Ну, мне кажется, вообще не алло. Ружья, хуя не вылетают. Ах, блядь, синие патроны жесткие тоже. Ребят, ну вы задавайте вопросы, я не знаю, там, чё да как. Такая ситуация, мы сбежали из дома из-за плохих отношений с родителями. Теперь нас ищут менты, точнее, они нас нашли. Вот их Бобик там стоит. Расстрелянный нами. У нас есть оружие. И, в общем, да. Мы не сдаемся. Русские не сдаются. Я за это оплачиваю. Я ничего не волнуйтесь, все, ну, вам ничего от этого не будет. Да, вам ничего не будет от этого, от того, что вы смотрите эту трансляцию, а вот нам будет жопа. Коротко о том, какая у вас будет жизнь. Жопа. Ну, тут вот, раскидан целлофан, ну, пакетик такой, чтобы, если что, от крови для трупов. Так. Остался в гараже, это обеща. Да, окей, чё. Вы задавайте вопросы, а то скучненько, менты не выходят на связь. Слушай, отсюда же тоже можно палить, где они, наверное, да? Да. Вот, они там, за домом. За домом? За домом соседей, что ли? А чё они там делают? Им не выйти, что ли? Пытались выйти. Ну, они пытались, конечно. Я просто не знаю. Их надо убить. Сдаваться, а мы приучены, что русские не сдаются. Эх, как же все... еда богов. Капец. Там вискарик валяется. Так. Тут ружья стоят. Здесь пистолет. Если что, спрашивайте, что происходит. О, так. Тут патроны. Ну, пока... Ну, так. Короче, сам посмотришь.
то приближается, то ухудшается вообще-то. Ну не хотят смотреть, пусть уходят. Не хотят смотреть, пусть уходят. Не, как расстреливают Бобик, интересно смотреть. Нас будет. Как они сказали, штурмовать нас будут? Нас будут штурмовать, мы будем отстреливаться. Это будет весело. Ну, по крайней мере, и нам. Ну, и вам для просмотра будет весело. Так. Они задолбали там стоять, просто бездействовать. Вы понимаете, насколько у нас фиговая полиция, что вот они боятся детей? Ну, считай детей. 15 лет детям, они их боятся. Ну, просто... Там... Там мужики такие, вроде большие. А что не пиздят? Они меня заселили стрелять в них, а потом говорят... Да, кстати, мы задали вопрос, можно ли в них стрельнуть. И, короче, мы... Ну, они сказали, дали добро, короче. Мы стрельнули в... В кого мы стрельнули? Ну, в машину попали. Они испугались, убежали просто. Так неинтересно, ребят. Я, наверное, фронталку включу, а ты так ходишь такой. Новый имидж. Ты мне можешь бич заварить нам? Заваривай. Ебануться. Ты чувствуешь, когда новый имидж? Пиздец, хуйня на голове. Я раньше была блондинкой с длинными волосами, теперь это... А, еще мы, кстати, звездочки... своровали. Это, короче, да, воровская звезда, считай. Пять лет уголовки. Сейчас сдадимся, да? Такие интересные. Не, он так, типа, не убери ружье, просто, типа, перестань стрелять, я не смогу рассчитаться. Перестань стрелять, ну, блин. Ребят, надо переставать стрелять? Вопрос такой. Хотите больше трешака или как? Мы можем просто выйти и начать стрелять по людям. Нам заряжать заебешься, блядь, заломают, да. Нахуй. Чё нам терять-то? Так, чё там происходит? Там стоит до сих пор Бобик. Пипец. Я даже вижу, калитка прострелена, блядь, она всё... Пипец. Колесо попало. Колесо расстреляно. Машина просто в три пизды. Надо второе колесо повесить. Второе колесо? Как ты пробьешь второе колесо, если ты его даже не видишь? Ну, в принципе, оно вон там. Ребят, к вам такой вопрос. Нам сдаваться им или нет? Просто очень-очень интересно. Что же будет? Эх. Просто присоединяются. Ну, не хочу просто больше тратить патроны. С ружья проще, по-моему. Да, сейчас мы, короче, покушаем по-царски, бичом. А, вот я бедом не попал, можем выдубать замок. О, да, давай, короче, кидать еще бутылку. Слушай, давай сделаем коктейль молот. У нас нихуя нет какой-нибудь бальзама и водки там. Ой, водяра будет. Мне пиздец, почему, блин. Мимо попал бутылкой, ну, как так-то, Зой? Плечо болит. Пиздец, как. Да потому что отдача у ружья очень жесткая. Это ладно, ишь поновее, блядь. Ну вдруг этого ежа будет. Давай, короче, скинем рил телека и будем стоять. Они хотят этого? Я не знаю. Сам спрашивай. Я катавлю, мне неудобно. Люди нам скинут телевизор с окна и в него стрелять. Просто вот вопрос Бога. Все равно делать больше нечего. Ждать, пока нас будут штурмовать, задолбаемся. Пока с Москвы Соболь едет этот ёбан. Дерзай, короче, нас сказали. Да? Короче, бери и скидывай, и расстреливай. Давай подвижь, завалю тогда. Да пошли. Чё? Люди просят трешака. Я хочу кушать. Ну, ты сейчас тоже. Покушаем. Все равно старый телевизор, даже если он и работает, ну, как-то нас, не наш. Он работает. Ау, это звук. Сейчас я его из сети вот. Да, он работает. Так, из сети выключаем. Чё там, до сих пор все стоят, что ли?
под окно смотри. Да там никого нету, все боятся. Боятся. Ну вот, короче, вот отсюда мы будем скидывать его и, наверное, стрелять. Это будет весело. Пошли скинем. Ой, еда, еда богов. Люблю, не могу. А чем закрывать ты взял? Да. Вижу. Я не такой тупой. Ну, как стрелять по ментам так вообще? Сам дал добро. Я спросил специально. Не, ну что за бред? Разрешать, ну, давать добро на расстрел, и потом такие, типа, ты что, больной? Такого не было. Такого не было, я никому не разрешал. Ну, вообще опять плечо болеть будет. Давай, тафай, тафай. Ну, тафай. Поддержка, где? Слушай, может быть, я стрельну в экран? Сейчас? Да. Стреляй. Подожди, я только что заткнул. Давай ты это... Потому что я не знаю, у меня перезаряжен или нет. Пофиг. Что будет? Давай. А если он скочит? Прикрывай. Не надо реально, он отскочит. Не отскочит, он войдет туда. Уверена? Уверена. Блять, это поднимает. Успокойся. Чё, будем? Пытайся, блядь. Сейчас будет жесть. Говорю, что отскочит, блядь. Ааа, жестко. А может, прям тут и высунуть него из ружья? Из ружья? Да, тут. А не будет ничего? А что будет? Ну давай, из ружья, так из ружья. Да только отойдем подальше, блядь. Давай отойдем подальше. Ща уши так заложит, это ж жопа. Я уши прикрыла. Давай. О, жесть. У меня еще один батон, дай высуну. Куда ты выстрелишь? Там осколки летят. Мне кажется, он загорелся. Тебе не кажется, что он дымится? Хватит, я думаю, хватит. Вниз, вот в эту хуйню. Куда? Вот в DVD-шник. Не надо. А куда? Не знаю. Надо телек вытаскивать. Телек выкидывай, а то пока не сгорим. Там стекла. А он горит, мне похуй. Я еще жить хочу. Я еще жить хочу. А вот тебе добить. Оу, е. Мы вообще нормальные. Теперь добить. Подожди, подожди, подожди. Давай. Чё с ним? Ничего. Просто в мясо. Телевизор. Телевизора нету больше. Там еще плазма есть. Там еще плазма. Да мы задолбаемся и все этого носить. Капец, тут так дымно стоит. Так, у меня патроны. Выпала одна. Короче. Это, по-моему, не использованная. А где пистолет? А что не знаю, что не ходит? Не знаю. Он ходить не хочет. Я не знаю, попробуй другую. Тоже с трудом вставляется. Надо почистить. Прочистить? Ты взял набор, да, для чистки? Где пистолет? Ты что, пистолет поебал? А, вон он лежит. Ты тише. Ты тише. Я-то как раз-таки тише. Дети играют с огнем. Ну как с огнем? С оружием. Сейчас будем чистить пистолет. Сколько зарядки? Зарядки? 84. Тебе, короче, дрон говорил и пишет в инстаграме, тебе срок светит за такую хуйню, ты дебил, блядь. Потом кто-то пишет, давай еще фотки. Напиши в перископ. А, я не могу пока написать. Короче, если хотите посмотреть какие-нибудь фоточки по поводу этого случая... О, чисти, чисти. Ебануться. Заходите на инсту Денис Мурав по-английски. Может... Не, я написать не смогу. Он не особо... Все равно не входит. Я не знаю, что с ним.
Да игрались, блядь. Эх. Сука. Сюда вообще идеально ходит просто. Подожди, у нас там еще хуйни всякие чистенькие есть. Давай чисти, пока я перезаряжу. Ну как перезаряжу? Гаврилов пишет, Денис, ответь. Мы не ебанутые школьники, мы просто психопаты, которые их не понимают. Все было бы хорошо. Думайте, как хотите, но мне это нравится. Это прикольно. Это по кайфу, но, блин. Мы не виноваты, нас довели. Тихо ты. Только, блядь, еще застрять там, блядь. А? Пусть там еще он застрянет, блядь. Не надо застревать. Как соблазнительно. Так, я пока перезаряжу. С одной рукой так пиздато перезаряжать. На, слушай, нам написали тогда, мы ебанутые школьники. Кстати, сегодня же надо было в школу. Не входит? С трудом? Я не знаю, может, это потом такие... ПЗ. Попробуй другие. Да, это потом такой. Тогда белый не буду использовать. А белый с чем? С дроби? Да. Синенький без дроби. И магнум. Ну магнум, блядь, из сафари, магнум пиздос как отдаёт. Давай пока остановим трансляцию, чтобы отвечать там в инсте, всё такое. А ты так можешь отвечать? Каким образом я должна тебе так отвечать? Просто я дёрни в разве. ВК? Может, в инсту? А, он в инсте пишет? Да. Запись не прекратилась.